на канале НТВ завершается показ детективного сериала «Вспышка» с Иваном Охлобыстиным и Григорием Некрасовым в главных ролях. Заключительные серии картины выйдут в эфир 24 мая. В них мы увидим, что Олег Крюков ссорится со своим отцом Анатолием, владельцем торгового центра. Тот отказывается отдавать ему его часть денег из семейного бизнеса. Вскоре на парковке торгового центра находят труп начальника охраны отца, Олег пропадает, а Анатолию Крюкову приходит требование выкупа. Расследуя убийство охранника, полицейские обнаруживают, что записи с камер видеонаблюдения украдены. Пыха находит их в машине Олега, припаркованной неподалеку. На них видно, что покушение было инсценировано. В Энск прилетает генерал Паша, но до него в городе появляется Рита, которая просит Пыху сохранить их тайну. Заключительная 20-я серия. Грязные деньги. В течение одного дня в Энске обнаружены три трупа. На след убийцы выходит Пыха, догадавшись, что все жертвы были причастны к ограблению банка 5 лет назад. Тогда был убит охранник и похищены 50 миллионов, которые так и не нашли. В городе объявляется Лжегалкин, у которого оказываются совместные дела с генералом Пашиным. Их общение снимает на фото Пыха. Пыха звонит Севе, чтобы договориться о встрече, но вместо него на сообщение отвечает генерал Пашин. Он приходит на встречу и требует от Пыхи компрометирующие его фото с Лжегалкиным. Но у Пыхи в руках другая фотография. Заключительные серии детективного сериала «Вспышка» состоятся 24 мая на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.